великолепные такие футболисты нашей команды. Сейчас мы сделаем небольшой переход. Вся левая сторона, которая стоит, делать. Огромное спасибо. Все, просто серию. Все, проходите. Проходите. Felicidad grande receber carinho. Это большая радость, когда тебя любят, когда тебя принимают, когда приходят с тобой увидеться. Мне всегда очень нравится быть, особенно с детьми, встречаться с болельщиками, всегда себя чувствую очень счастливым. Это очень важно, всегда делать такие мероприятия. Как идет подготовка к матчу с Киевским Динамо? Мы ждем подготовку к матчу с Динамо. Мы очень амбициозны, очень ждем этого матча, готовимся. Мы прекрасно знаем, что у нас есть все качества и все условия для того, чтобы выиграть. Это будет очень сложная игра. Мы уважаем команду Динамо. Надеюсь, что это будет интересный футбол, интересная игра. Это всегда сложно. Да, очень много важных игроков не будут участвовать в матче. Но в любом случае, у нашей команды очень хороший состав. И как я и говорил, надеюсь, что это будет интересный футбол, и у нас есть все силы, чтобы сыграть с командой. Интересно, личное какое отношение к играм с Динамо, знаешь, что в прошлом играл, ну вот в Динамо. Ну как-то вообще, пчел мэнч, ты жёгшь контра у Динамо, Кэви. Жаль, ты ваш нас таки. Мне очень нравятся большие матчи, мне очень нравятся дерби, классико. Мне нравится играть против больших команд. В любом случае, это будет особенная игра для меня и для всех. Я чувствую себя комфортно и хорошо, чтобы играть. Я всегда уважал Динамо и продолжаю уважать игроков Динамо. И я не хочу разводить полемики и не хочу говорить по этому поводу в принципе. Я хочу говорить о футболе и играть в футбол. Шахтер опережает на 5 очков. Шахтер расставляет 5-6, но Шахтер. No. Нет. Нет, даже потому что чемпионат еще очень далеко от своего конца, поэтому нет. Мы прекрасно знаем, насколько важен будет этот матч для нас. Последние разы очень тяжело играли. Ультимаш, весь тебе нужно быть дефикулдач, как бы. Не удается обыграть Динамо, как вот. Это дефицит генера Динамо. Порке, у как ты мышь к Гужир? В начале, с начала сезона было очень изменений в составе команды «Шахтер». Очень важные ребята ушли, перешли в другие клубы. Перешли молодые ребята, но с очень большим потенциалом. Я думаю, что каждая игра – это разная история, совершенно разный футбол.
поэтому эта игра независима от ребят, которые не участвуют, которые сейчас не могут выступить. Независимо от предыдущих поединков, мы постараемся